По словам директора Натальи Гришиной, библиотека тесно сотрудничает практически со всеми организациями Рязанской области. Взаимодействие в совместных проектах и подтолкнуло организации на долгосрочное сотрудничество. Все соглашения не просто закрепляют уже существующие связи учреждений. Они дают новые возможности в самых разных сферах. На самом деле практика подписания документов, договоров о взаимодействии с нашими партнерами, она традиционна для нашей библиотеки. И хотела бы подчеркнуть, что эти соглашения рождаются как некая промежуточная станция в развитии наших партнерских связей. Мы очень ценим опыт наших коллег, их профессиональную работу. Вместе с этими организациями мы устраиваем конкурсы, фестивали, совместные акции. У каждого своя краска, свое предназначение. За годы своей работы библиотека имени Горького подписала более 100 таких соглашений. В этом году новыми партнерами стали Музей истории воздушно-десантных войск, Рязанский железнодорожный колледж, Лесопарк, Центр цифрового образования, некоммерческая организация «Цифровой регион» и Управление по физической культуре и массового спорта города Рязани. Все новые партнеры рассчитывают на плодотворное сотрудничество. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».